В Петербурге эпидемия гриппа. Глава петербургского Роспотребнадзора ввела усиленные меры по профилактике гриппа и ОРВИ. На этой неделе порог заболеваемости в Петербурге оказался превышен на 30%. Из каждых 10 заболевших 6 – дети. Остальные 4 – те, кто в этом году решил не делать прививку против гриппа. По данным медиков, большая часть зарегистрированных респираторных инфекций – это именно грипп. Причем преобладает пандемический вирус H1N1, который напугал всех в 2009 году. Распространенный ранее вирус типа B теперь встречается все реже. Впрочем, доминирующий штамм может смениться в течение сезона. Подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечается в течение февраля и где-то до середины марта. Поэтому мы сейчас в начале этого периода. Рост заболеваемости будет продолжаться. От гриппа и его осложнений в северной столице уже умерло 15 человек. У 12 из них обнаружен свиной грипп. Известно, что среди умерших были две беременные женщины. Все погибшие были непривиты.